По-по, лайк поставь и подпишись. А вот и наш шарик отправится на Луну. Здесь какой-то зомби. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А, это что? Что здесь? Ой, смотрите, что тут произошло. Мы всех сожрем. Телепорт. Вау, это что такое? Мы телепортировались на поле красного шарика. Мы его съедим. О нет, он бьет наш домик. Получай. Привет, ребята! И сегодня это новое приключение. Будет красный шарик против зомби. Ну что ж, погнали! В прошлой серии секретики понаходили вот эти вот ребята. Привет вам, вы молодцы. Привет, ребята. И наш красный шарик, молодец, который сражается с зомби, опять выдвинул свои позиции. Мы будем побеждать этих всех чёников. Ура. Так что быстренько давайте спустимся вот сюда. Вот так вот аккуратней, надо быть аккуратней. Раз, два, рок. Ложок. Эй. А вот она штука. Вот сюда. Так. Сейчас подождем. Опа, есть. Перемещаемся. Репортик. Классно. Так, тут какой-то трамплин интересный. Ой. Очень интересно, что мы свалились и никуда не попали. Как такое могло было быть? Вот это интересненько. Такс, смотрите-ка, хоп, есть, мы забрались, так, стоять, аккуратненько, ага, вы можете вот здесь остановиться, можете? Если да, отпишите в комментарии, потому что сюда так просто не забраться. Классно. А я, ребятки, хочу прокатиться тут еще раз. Только уже нормально. Вау. Этот прыжок был поинтереснее. Мы же тогда просто пробовали, а вот сейчас не просто попробовали. Оп. Вау, смотрите, как она меня кидать начинает. Ого. Так. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас собрали мы опять. Вау, круто. Раз, яблочко, два. И теперь прыгаем, ребята, вниз. Ну, а что нам еще остается? Справились. Отправились мы в следующее место. Так, и будем выглядывать, высматривать. Где тут монстры пока что какие-то. Так, я там не улетел никуда. Какие-то, в общем, головоломки, какие-то лабиринты. Пока что не сильно понятно. Но, тем не менее, мы тут прошли без трудностей. Так, ага, вот они. Ай, тихо. Хватит, не стреляйся. Все, отстань. Так, Боб, ты чего хочешь от меня? Все. Вот мы от него отвязались. Так.
Не спешу, а вот так вот аккуратненько. Оп, куда ж ты, стой. Ух, нас не задело. Опа, по стрелочке. Такс. А вот он, ребятки, и проход. Мы до него добрались. Вот такая у нас получилась серия. И тот, кто нашел секретик, молодец. Ты просто молодец, получишь от меня привет. Также, ребятки, ставим лайк, подписываемся, обязательно комментируем. Ну, лайк это, конечно, самое обязательное, да. И ждем продолжения сражения с боссом, которое выйдет сегодня вечером. Так что приглашайте своих друзей, смотрите вместе. Всем пока-пока. С вами был Спуди-Буди-Ду и Красный Шарик. Thank you.